Привет, меня зовут Олег. Я представляю магазин брендовых очков Optic Mall. Сегодня на обзоре 4 модели эпатажного немецкого дизайнера Philipp Lein. Отличительной особенностью его изделий является наличие выразительного и порой дерзкого декора из кожаных и металлических вставок Strauss-Swarovski металлографии. Очки Philipp Lein выделяются на фоне остальных экспрессивным исполнением дизайна, в которых не существует рамок. Его почерк в каждом изделии можно узнать по основным ярким деталям. Это двойная ПП, гексагон, изображение черепа и акцент на готическом стиле. Все для того, чтобы привлекать наибольшее внимание, ведь аксессуары созданы для сильных и смелых молодых людей и девушек. Очки Philipp Lein – это всегда качество, массивные оправы, преобладание черного, элементы в золотом и серебристом цвете. А теперь давайте увидим это все своими глазами. Новая модель этого года – 077V. К59. Первое, что бросается в глаза на изделии – мощная переносица и декоративная часть с изображением черепа, как на пиратском флаге. Очки выполнены в титановой оправе с нанесением металлографии. Их вы запомните навсегда, увидев хотя бы раз. Особую брутальность изделию придает форма линз, семиугольный пилот и прямой, массивный заушник, который крепится при помощи сдвоенного кронштейна к линзе. На заушнике с металлической вставкой и логотипом хорошо видна надпись узнаваемого бренда. Владелец этого аксессуара точно будет обращать на себя восхищенные взгляды окружающих. Линзы представлены в сером цвете с максимальной степенью защиты. Следующая модель 049M. Сразу поражает своим цветом и дизайном. Насыщенный фиолетовый в сочетании с зеркальными линзами выглядит смело. Непривычная форма линз напоминает мягкий квадрат со скошенным углом и добавляет особого шика в изделии. Интересным акцентом очков является заушник по форме скелетона. Он выполнен из титанового профиля. В ближайшей части к линзам расположен изящный металлический элемент декора с логотипом бренда. Еще одна деталь, которая захватывает внимание, это мост в форме двухконечной стрелы и прозрачный декор моста, выполненный из ацетата. В модели дизайн продуман до мелочей, что и создает уникальный образ и подходящее настроение. Материал линз выполнен из поликарбоната, степень защиты средняя. Третья модель 048M 584. В этой модели все сдержано, от цвета до исполнения. Форма капель, отсутствие неожиданных элементов декора, больше напоминает классические очки. Однако, как и в предыдущей модели, внимание на себя перетягивают титановые заушники в форме скелетона. Красивый серый градиентный оттенок отлично сочетается с оттенком ободковой титановой оправы. Мост, по форме напоминающий двухконечную стрелу, на котором зафиксирован элемент декора с крупной надписью «Pline». Если вы любите качественные, сдержанные аксессуары с характером, рекомендуем присмотреться к ним. В этой модели, как и в остальных, линзы выполнены из поликарбоната с максимальной степенью защиты. Четвертая модель 042W. Это дерзкая и эпатажная модель очков для тех, кто окружен повышенным вниманием и имеет насыщенную медийную или спортивную жизнь. Первое, что бросается в глаза – яркий матовый оранжевый цвет и огромная черная надпись «Pline» в готическом стиле. В изделии четко прослеживается принцип дерзкого немецкого дизайнера – делать как угодно, только не скучно. Расширенные прямые заушники и спортивная посадка обеспечивают надежную фиксацию. Еще одна немаловажная особенность дизайна заключается в черных элементах декора на оправе, которые вызывают огромную симпатию. Модель представлена в квадратной форме из пластиковой оправы, цвет линз серо-синий с максимальной степенью защиты. В комплектацию входит подарочная коробка, стильный футляр для очков, сертификат качества и салфетка для ухода. Ознакомиться с полным ассортиментом данной коллекции вы можете в нашем шоуруме на Краснопресненской, а также на сайте opticmall.ru. До новых встреч!